это был ну, супер тяжелый проект, потому что в действующем аэропорту провести реконструкцию со всеми жесткими требованиями, которые предъявляет сегодня законодательство для того, чтобы все службы аккуратно переместить с места реконструкции в какое-то новое место, а потом с того места, значит, обратно, когда уже проведены все необходимые, значит, работы, это непростая процедура, и, конечно, вот, получение всех разрешительных вещей занимает огромное количество времени и согласования. Это очень непросто. С точки зрения проведения ремонтных работ, в старом здании делать реконструкцию – это всегда очень сложно. И принятие инженерных решений, и само производство работ – это всегда очень сложно. Поэтому вот этот проект, он очень непростой, вот, и по времени он у нас уже идет достаточное количество времени. Поэтому, ну, вот, когда любой проект уже, тем более, пройден очень тяжелый путь, уже видно логическое завершение, а мы просматриваем, что практически уже все готово, и надеемся на то, что в декабре все-таки техническое открытие у нас произойдет. Вот, конечно, настроение уже совершенно другое, потому что когда мы начинали, возникали проблемы то там, то тут, то, значит, регулируем с федеральными структурами разрешение на перенос, значит, то таможни, то, значит, паспортного контроля, еще чего-то, пограничников. Но это всегда вызывает вот, как бы, такую определенную нервозность и напряжение. Когда сегодня мы это прошли, можно выдохнуть, потому что мы понимаем, что остался совсем небольшой шажочек для того, чтобы мы весь комплекс уже ввели в нормальную эксплуатацию. Ну и, конечно, самое главное – это пассажиры, потому что они пережили достаточно тоже тяжелый промежуток времени, вы все тоже являетесь пассажирами, и, в общем-то, все эти проблемы, которые были в аэропорту, тоже пережили на себе, потому что и ограниченная площадь, и, значит, рукав вроде бы работает, но при этом при посадке нас ведут на улицу, да, сажают в автобус, особенно в зимний период времени, везут через улицу, не очень комфортно. Сейчас мы уже видим, уже рукава работают полноценно, это уже совершенно другие условия, комфортные залы, в аэропорту уже приятно проводить время, есть где перекусить, да, отдохнуть. Поэтому вот это все, конечно, придает уже, вернее, создает совершенно другое настроение у меня и у пассажиров, я думаю, и у всех тюменцев.